В дежурную часть Сенгилейского района обратилась пенсионерка с обращением о краже из ее дома медалей и орденов, принадлежащих ее родственнику, ветерану Великой Отечественной войны. Во время отсутствия хозяев дома злоумышленник проник в квартиру через окно, похитив ценные вещи. Однако сбыть их не успел, был задержан. Им оказался 50-летний безработный житель Ульяновска. 69-го года рождения. 24 июня приехал в город Сенгилей похитить ордена и медали Великой Отечественной войны с целью их перепродажи. В содеянном раскаиваюсь. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».